Додаткове спагнання у бюджеті 2 800 000 рублів, узбудження 14 кримінальних справ і притягнення 10 чоловік до адміністраційної відказності. Такі виніки комплексу перевірочних мероприємств, проведених літесь і на початку года Комітетом Держконтролю у медицинських установах регіону. Неглядячи на виявлені хіби, робота системи охови здоров'я прийомлення отримала становчу оцінку спеціалістів контрольного відомства. Особливо показальним у гэтым плані, по меркуванню експертів, з'являється період боротьби з пандемією коронавіруса. Эти два последних года для всей сферы здравоохранения, не только нашего региона, в целом для республики, они стали, можно сказать, экзаменом. Экзаменом, насколько наша сфера здравоохранения, она мобильна, насколько она действительно профессионально выстроила ту ситуацию, именно сложившуюся после ковидной ситуации. Конечно, в стороне не остались другие наши предприятия города. На первоначальном этапе, когда была нехватка средств индивидуальной защиты, также наши предприятия коммерческой формы собственности, они присоединились и были открыты производства, пошив, повязок. Они оказывали всяческую спонсорскую помощь для наших учреждений здравоохранения. Як подкресливают супрацовники Комитета Держконтролю, медики региона достойно справились с работой у складанных умовах протидеяния COVID-19. Однако у некоторых профильных установах были допущены финансовые помылки и порушения. На первых это тычется неметового выкрыстания бюджетных сродков, что тягне отказность службовых особ. Это связано в первую очередь с незаконным использованием бюджетных средств. Выявлены факты нерационального, неэффективного использования бюджетных средств. Конечно, это больше касалось, когда на первоначальном этапе учреждения здравоохранения формируют свою смету на содержание на предстоящий год. Конечно, где-то были потребности их не обоснованно экономическими расчетами. Были нарушения по формированию тарифных окладов. Были нарушения при проведении государственных закупок. По выниках летошнего мониторингу Комитетом Держконтроля в области у бюджет спагнано 2 800 000 рублей, узбуджено 14 криминальных справ и протягнуто до административной отказности 10 человек. Сёлета выборочные проверочные мероприемства во установах охова здоровья протягнутся.